Доброго времени суток. В общем, решил немножко рассказать про задний дворник. Дело в том, что в данном случае здесь это уже заколхоженный вариант, потому что в свое время здесь, ну как, в оригинале здесь должны стоять контакты. Эти контакты, естественно, уже давным-давно сломались, поэтому в свое время протянул здесь вот эти вот замечательные пацанские розовые провода. Но сейчас произошла совершенно другая ситуация. Дело в том, что эта хрень уже, ну как бы, вроде как бы и работает, но чего-то не хватает. Вот, сейчас продемонстрирую. Так, сейчас, только надо будет водой немножко полить, чтобы посуху как бы не сильно в кайф. Блин, сейчас. Давай, ну чё ты, блин, чувак, давай, я верю в тебя, у тебя всё получится. Да, красавчик. Вот примерно вот в таком формате эта хрень сейчас таки работает. То есть, ну, по крайней мере, надо будет разобраться, почему эта хрень произошла, почему не хочет толком работать. Ну чё, разбираю. Получается, вытащил сам механизм, причем он грязненький, рабочий. Все, в принципе, нормально, да, и работает вроде как бы все четенько. То, что, скорее всего, его надо будет просто обслужить, да и все. Хотя, не знаю, посмотрим. Ну, получается, все собрал на место, в принципе, чего обслужил. Надо сейчас посмотреть, что тут получилось-то. Блин. Ну-ка. Блин. Не, по идее, да, стал бодрее, но все равно что-то не то. Ну ладно, чё? А чё ещё, в принципе, надо? С одной стороны, да, работает, а с другой, блин.
сейчас проедет. Итак, получается, да, перебрал, да, обслужил. Конечно, не тот результат, который я предполагал, но, блин, что, Москва, что еще? В принципе, все. Ладно, бывайте. А еще кайф проводов в том, что эта хрень может теперь работать, в принципе, в любом положении. Вот так.